Почему необходимо завтракать? Какие последствия могут быть при отказе от утреннего приема пищи? Что предпочитают есть по утрам в некоторых странах? Смотрите видео до конца и узнаете, почему так важен завтрак и что следует есть утром. Перед началом видео хотим вас поприветствовать и пригласить подписаться на канал. Мы стараемся делать полезные и интересные сюжеты. Завтрак – первый прием пищи после сна. Обычно завтрак съедается наспех, либо на ходу, а чаще вообще ограничивается несколькими глотками кофе, но это совершенно неправильно. Ученые всего мира доказали необходимость первого приема пищи и возникновение нарушений в здоровье при несоблюдении этой рекомендации. Почему необходимо завтракать? Завтрак предполагает пополнение организма питательными веществами и энергией. Именно завтрак окончательно будет тело и мозг и стимулирует активную деятельность. После хорошего завтрака повышается и настроение, и появляются силы и желание трудиться. Завтракать надо, чтобы активизировать метаболизм, ведь не получая подкрепления в течение всей ночи, обмен веществ замедляется. Чтобы восстановить интенсивность всех реакций, происходящих в организме, следует положить в желудок немного правильной пищи. Тогда сразу повысится тонус и появится стимул трудиться. Правильный завтрак, не содержащий вредных продуктов, поставляет не только энергию, но и питательные вещества. Поэтому после завтрака до обеда совершенно не хочется есть. А значит, не возникнет желания перекусить фастфудом, и стрелка весов при утреннем ежедневном взвешивании не будет отклоняться вправо. Прием пищи утром стимулирует работу всего организма, повышает тонус мышц, активизирует деятельность сердца, нормализует кровяное давление, запускает биохимические процессы, стимулирующие головной мозг. После достаточного приема пищи утром человек становится более внимательным. Его мозг работает на то, как решать возникающие проблемы, а не как и где перекусить. Мысли направлены исключительно в нужное русло, поэтому эффективность деятельности повышается. Если утром поесть и не испытывать голода, то и настроение улучшается. Появляется ясность ума, стимулируется работоспособность, хорошее настроение прибавляет сил и облегчает взаимоотношения, вырабатывает правильную тактику общения. Какие последствия могут быть при отказе от утреннего приема пищи? Если не завтракать, то возможно не только пребывание в течение дня в плохом настроении, но и появление различных расстройств со стороны самочувствия и состояния здоровья. В первую очередь происходит нарушение в работе органов пищеварения, возможно образование застоя желчи, а значит и формирование желчнокаменной болезни. Слизистая желудка подвергается воздействию соляной кислоты и развивается гастрит, а в некоторых случаях даже язва. Нарушается гемодинамика, возможно резкое повышение артериального давления, либо наоборот стойкая гипотония из-за дефицита необходимых веществ. На фоне постоянного ощущения голода человек старается приглушить его, поедая все, что попадается на глаза, а это чаще всего не самые полезные продукты. В результате такого пищевого поведения появляются лишние килограммы, нарушается обмен жиров и углеводов, возможно развитие сахарного диабета. Голодный человек не может хорошо справляться со всеми возникающими в течение дня задачами, поэтому у тех, кто не завтракает, и дело страдает. Что предпочитают есть по утрам в разных странах? Правильность утреннего приема пищи определяется составом продуктов, которые должны быть достаточно питательны, чтобы не возникало быстрое ощущение голода. Но и в то же время легко переваривались и усваивались. Вот как завтракают в некоторых странах. В России на завтрак предпочитают молочные каши и хлеб с маслом. Запивают кофе, какао, чаем. В Великобритании чаще всего на завтрак едят яйца всмятку, овсяную кашу на воде, тосты с беконом или джемом, пьют чай с молоком или кофе. Во Франции традиционно утром едят круассаны с маслом или джемом, запивают кофе с молоком. В Индии предпочитают овощное рагу, тушеные овощи с разными приправами. В Китае начинают день чашкой чая, с которой употребляют фрукты и морепродукты.
В Америке самым популярным является употребление утром хлопьев с молоком. В Японии традиционен на завтрак вареный рис и омлет. Средиземноморский завтрак, то есть утренний прием пищи в странах, расположенных на Средиземном море, включает в себя обычные для этих мест йогурты, сыры, свежий хлеб, иногда помидоры с оливковым маслом и кофе с корицей. Во всех странах на завтрак предпочтение отдается такой пище, которую можно достаточно быстро приготовить и съесть. Ведь времени в утренние часы перед выходом из дома на работу или по делам всегда не хватает. Помните, что завтракать надо обязательно. Есть такую пищу, которая принесет полезные вещества и не ляжет камнем в желудке.